Всем привет! Сегодня выехали на рыбалку. Вон озеро. Проехали. Вот такая у нас зима нынче. Что доехали от деревни. Вон деревня. И доехали. Вот на машине я на гранте проехал. Тут, правда, сел. Объехал потом вот сюда. Ну все, а там пешком дойдем уже. К озеру побольше надуто. Пешком дойдем. Попробуем порыбачить на лопату. Если что получится, поймаем, то посмотрим. Все, мы разгружаемся, пакуемся и идем пробовать вскрывать озеро. Ну все, ребят, у нас дело пошло. Вот оно, озеро. Мы вот одну напилили. Рука устает, да? Ну, слава. Газку маловато. Легкое это занятие. Притащила нас непонятная сила четверых сюда в глухозимье. Попробуем. Пустили воду первую. Где он? Нету. Где он? Вот, есть первый. Рыба есть. Мелкий пошел. Ох, пошла. Сама пошла. Перезвоню потом. А где большой-то? Ну, один выскочил, да, и то. Понятно. И то будя. Один-то какой красавец. Скрываем вторую. Счастливее лунка. Ну, в общем, ребят, надолбились. Чуть-чуть попробовали мутануть. Вот такого поймали одного. И тридцаточных таких. 25. Вот, хорошенький вышел они. Он хвостиком шевелит. Будем пробовать ходить. Сейчас чаю попьем. Ходить не по воде. Ну, за лесом сели, чаёк, еще полян, ну, болото, озера. Вот на мы на озере, на одном из озер. Чаёк. Не чаёк, а чаёк называется. Сальцо. Да. Я тебе говорю, с левой стороны, а ты это полян, налево бы проехал. Ну,
рыба есть, ребят. Голянчик. В общем, рыбачим, штук 10, наверное, уже поймали. Сейчас покажу. Вот они. Там еще у нас лежит. Кек еще принеси. 2-3, наверное. Здесь. Ага, сейчас. Кек принеси, потом фотографирую. Сейчас, сейчас. Ну. Нет. Ну вот так. Очень, очень слабо. Мы пробуем. Мишка чем был, да, вон Милютиной охранял озера, а сам он работу возит, а работа Аленом не ловит. Там есть. Только не где пляж, а с той стороны. С другой стороны где камыш. Заходит. Я так видел, как ваши местные берега под этом таскали. Я такой, я только рыбу не видал. За где раз, вот? За раз прицеп на УАЗовский. Где вот, 50 метров. Всё. Отбирали зимой. А карась был вот такой вот весь самый мелкий. Ну слушай, где вот 50 метров. Там, вот. Они пробурят буром, жертву проталкивают, и веревками левые туда запускают до конца, а потом тянут. Там тянут а там баня такая вот, когда побольше, побольше, а та еще больше. Потом и стягивает, пожалуйста. И в одно место вытаскивают. Один раз, вот я тебе говорю, прицеп на прям при мне они накидали УАЗовский прицеп в город. За один раз. Что, Мухерович? Где вот поставили на берег, и хранет. Бредит. 50 поставили так вот. И оттуда и шли. А в полстерихе нагрели. Мы 12 мешков вытянули, помогли. Где? Там на солёте? Вот там, угу, вот, где машины. Вот. А, на этом озере? Да, вот там. Вытянули. Вот таких они не брали, вот таких же. Им вон было, сырки. Зимой тоже? Летом. А, летом. Крайкромет. Крайкромет, весной. А мы их пособираем. Бреднем или чем? Бредь. Вот, 50 метров. Мотнёй. Вытянули на охвате, нам не надо. Ну давай мы заберем. А мы на мотоцикле люльку на ебах еще раз приехали забрали. И только привели, мы сего поведем. Пропили, да? Ничего. А то же как и подох. Дох бы забрал. Все как скажешь, давай. А приедем я еще там устал. Да, вот
тут вообще шишка, блин. Да нет, а? Не было. А, вон, ага. Есть, есть. Малыш. А? Да он еще мог туда. Замахнул, так спокойно уходит. Ну вот такой уже уловчик. Вот так мы покидаем озеро. Клёво, нет, поймали штук 15. Поедем, попробуем на другое озерцо заехать, километров 30, наверное. Посмотрим, там рыбачат люди, нет. Вот такое получилась разведка. Но все равно не без рыбы. Чуток поймали, одному пожарить хватит. Поедем там, проверим и домой. Подписывайтесь на канал. Скоро будут охоты, охота с подсадной. Скоро попрёт видео.